Всем привет! Вы на канале Попугайчик ТВ. Сегодня я хочу рассказать, как начать приучать попугая к рукам. Дело в том, что у нас уже попугайчик живет год. Ну, по личным обстоятельствам, первые полгода не было возможности его приучать к рукам. Поэтому мы решились начать, как говорится, лучше поздно, чем никогда. И сейчас мы покажем, как с помощью еды мы начнем его приучать. Нет, пока не надо. Ешь, ешь. Кушай, кушай. Да его почаще вот так кормите, боится. Я почему хочу, чтобы рука близко подходила к корму, приучить его к этому, чтобы он руки не боялся. Только с помощью корма-то мы можем приучить его к руке. Только с помощью корма. Саша. Нет. Тошечка, моя птичечка. Ты моя птичка. Трусливенькая моя птичечка. Моя птичка трусливенькая. Трожь во время еды. Кошечка, моя птичечка. Ты моя птичечка. Моя птичечка. Где у нас еще? Thank you.
На, не хочешь это? Что, наелся? Не хочешь? Сам хочешь? Ну, так потихоньку приучаем его к руке. На этом мы видео свое заканчиваем. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. Попугайчик. Всем пока.